знаю, почему они все работают так сверху. Когда вставят что угодно, МТС, мегафон и все приходит. Я вот так понял. Потому что в прошлом году я на месяц поставил туда Теле2. Просто у него удобный тариф. А, еще монетку мне подарили. Если монетку бросать. Специально? Да. А сегодня какая Россия будет? Да там никакая, там это Урбан. Не знаю, что мы зря купили. Саня, Саня, где кофе? А вот Даня положил, сказал, здесь. Где? Где они больше? А кто в ноте? Вот! Папаша? Я не знаю. Мы себе хотели положить. А то, что я тебе без номеров все равно. Не последний команд. Может побольше? Ну, типа так. Я не понимаю, где какая команда. Честно. Почему нам мотаться? Вверх не надо точно. Я понял. А вниз точно. Далее! Ну ты, конечно, потерялся, блин. Ну, второй раз снимаешь. Это же это? Мне скажи, ты обычно как ты звонил? Когда вас увидишь, мы о вашем приеме держать. Вот это как узнать, где узнать. А? Тут русская трибуна же соберется. Гелики подъедут, это наше дело. Придум? Здесь просто 62. Ну, забили с номером. Вот,
реакция на незабитом пенальти. Что-то реакция на незабитом пенальти. Да, там, блядь. В основном, да, Я бы это точно просил бы доплату. Джунта. Джунта, блядь. Джокер. Еще, блядь, как бишь по подвалу. Ты могли от нас так? Помоги, гори! Помоги! Не готов снова. Так я и говорю, как вроде как. Сам пошел. Саня, что там? Джун там дисквалификации вернулась. Сейчас устай, уходи. Блин, а куда все? Хорош, бежать! ВКонтакте или где? Вот так ты ставишь красивенько, чтобы было видно. Вот так. Ну так я поставил. Нет, я понимаю, просто говорю. Да я их на камере не различаю в команду. Надо поглядывать на поле тоже. Да. Одним глазком. Понимаю. Видишь, что человек идет? Будет вот бить, вот, он прям ногой замахивается. На 0,1 секунду посмотрел, где он тянул. Что там? Давай!
Сужай! Давай! Обадывай меня!
стиль-то был. Не ку, а вот это, блядь. Я заебался. Я инвайт... Я поменял. Да потому... Не ку, блядь, а ё, будет. Ну, которая след... Так понимаешь, я печатаю, блядь, и потом, знаешь, что-то печатаю, блядь, постоянно какие-то повторы нахуй левые сохраняются. Так и в пизду, я думаю, ё, я никогда нажимать нахуй не буду. Если ё будет, я буду е, блядь, все равно писать. Ну, можно какую-то шумовку подлечь, я не знаю, ещё я просто, я такой, короче! Я могу вернуть на вас. Спасибо.
Сзади, Костя!
операцию будет охранять. Почему? Да, Не, рация помогает. Вот я тоже хочу заиграть. Я решил переодеться, надеть форму самокарта. Светить голову кузов. Немножко это не отправить вниз. Что-то как-то сегодня прям совсем жарко. Не надо вообще там так заметно. Он кондиционер сказал. Вентилятор. Хорошо, у нас еще футболист шлепанцы забросился вообще. Кончать-то переоденусь. Я высоко не Через неделю плюс 22, нормально. Сейчас плюс 29. Понятно, у нас, наверное, на следующей неделе не будет. На этот раз я в пятницу выиграю в область. Я скажу, что... Рации я оставлю. Следующий этап будет сокращенный. А, следующий этап будет еще сокращенный. Либо 7 матчей, либо 6. 7, либо 6. И, ну, короче, я не буду. А я возьму сам свет. Ну все, я рации опять не забираю, ставлю. Слушай, переживут они, если звук не пойдет. Не звук. Скорее всего, пойдет, потому что это у нас не было. Что он по ощущению есть, но по трансляции лучше не смотреть. Так а
хотя бы уже звук включил. Можно комментировать матч вдвоем. Алексей, что вы думаете? Что-то не понимаешь, что я замену хотел. Мы на первом кухне делали бумажки носили. Ага, нихуя себе. Потом решили, что нахрен это дело все. Да давай, подружка, пускай мне носят бумажки. Да они заявку заполнить не могут. Да должен подружка ему бумажки. Все замены через бар, блядь. Я понял, в компьютере я буду вносить замену, блядь, как все будет считаться. Ну это жесть. Заебись, по-моему. Вот тебе делать нечего. Гори! Лох, лох, лох! Руки взял! А кого скинул, торчок? Там желтый минимум! Минимум! А вообще удалять его надо за такое! Говорит, минимум желтое, блядь! Погромче, погромче! Какой счет? На сон. За три, что ли? Иди. Да. Хрена себе тоже. Как фамилия? Зелепухин? Это кто? Пуфуша? Зелепухин есть такой. Пуфуша на него. 13? Что такое? Как? Ну, 99. Даже по нему. Я там тебе пометочку оставил по поводу удаления вот так вот. Ну он там начал. Да, не туда. Пидорасы вот эти все, конечно, да. Галет, смотри еще, смотри. На матч или на два? Ну вот, я думаю просто, ну, в смысле, на матч и так у него уже есть. Я имею, нет, я понимаю. А так, ну, можно, если вы хотим их повоспитывать, то в таких случаях еще мальчик накинуть, блядь, так, каждый. Юра, один сразу, Юра. Хотя, да. Нет, он получил вторую желтую вообще за другое, а за несогласие со своим бездействием, ну, ничего не такого, так что такое. Потому что оттуда идет один совет, оттуда другой. Да. Он был прошел, как чтобы соперничка получил на себя. Получил на себя, потом такой, ах, вы суги, блядь. Ну, это уже после удаления, да? Здесь? Да, уже шел по полю. И такой, да, ты там, ублюдок, мать твою. В отличие от Логинова, знаешь, тут уже так притягивать придется. Да они уже сыграли сами матч, который должны были потерять очередь. Вот у нас все не слава же. У тебя не было просто матча кайфа. С тобой что не уберу, чтобы забил матч из воды. Чтобы забил муку. Муха в первом тайме, да вот любви. Ни одного штрафа. Я то, что он последние минуты где-то первого тайма Муха единой главой. 5-0 счет. Муха единой главой, наш начинает разыгрывать. Высоко видно все. Муха успевает вернуться в центральный клуб. Изображает, что тайм заканчивается. Да? Втором Юрьевич. Если нет, то 1-1. Дальше пошел на поле с папой. Ну, короче, говорит, сделайте что-нибудь. Пойдите, дайте Мухе за штрафную. Золотых забил мальчик. Причем красиво забил, не отскок, все получил передачу от Гриши, такую диагональку, убежал от всех. Ну, да, пенку какую-то поставил. Вот, короче говоря, ну не было, и пенок не было, как бы, по-моему. Вот, и, короче говоря, уже буквы, на угловые, все. В конце концов, мы привезли ему два мяча, то есть мы выиграли 10-2. А сегодня он опять в Москву. На броуке вроде его покупали. Да?
Я настолько лапал. Он убрал, это вообще не надо довольно-таки честно. Я согласен, что можно всегда упускать. Я согласен, что можно накрывать. Нет, я не вижу, что... Ваша атака вообще все деньги. Не смотри, всегда можно лучше сыграть. Не погоня, так как деньги... Хороший матч. Кто там будет? Саня. Точно, Саня. Помнишь, кто-то будет там? Я поменял кнопку сохранения. Я поменял на Йо. Ну вот чтоб не. Это недалеко, ну вот чуть-чуть левее, видишь? Да потому что я все время печатаю, у меня, блядь, повтор. Я понял. Я же печатаю это туда, там что-то, видишь, там. А я тоже не понял, вчера сидел, и повтор у меня поискать. Ага. Почему захоряется? Да, они выскакивают, конечно, бесит. Я так думал, вот Йо я никогда не нажимаю. А вот на маке хитрее сделать, вообще никогда Йо не нажимаю. Да нет, там нажмешь. Там надо подержать палец. Но единственный плюс, я когда им пользуюсь, потому что он очень хорошо зарядка. Зарядка он там пиздец. Все, я не знаю,
короче, мы там за пруду всякие 10-15 пляжей. На всех пляжах написано купаться запрещено, но мы полно все купаются. И, короче, полон ямы на пляж, потом вернулись, поехали, взял билет на Коран, замечательный Чкиевский, одет, до заря. Час. Мы еще внизу сели, где вечер, 8 вечера вернули. На второй день ребенок мне сказал, что тучки приехали с этим, он встречается с вами, он сказал, что короче, Ларик пошел общаться со своим московским тренером. А я 3,5 часа был в Ларике. Всем памятником, всем. И рядом с тобой, ты такой, ну, ебеный, золотой ангел, там вообще, лежат, все трясти. Больше его в два раза такое ощущение. Любимый Маша. Еще без слова говоря, что как бы вот все звезды. Ну и когда заходишь тоже, значит, первое, что втыкаешься в какого-то кривого ангела, я сделал, погибло листья, а рядом с ним уже поскромнее высотки. Потом вечером мы пошли на Москву Сити на конечно. Смотровую площадку. А потом приехали и пошли на Москву. Ну а потом, да, в конкурсе мы прощаемся концертом. О, красиво! Прошлись по центру и все. И поехали все с утра в субботу сюда. Поехали сюда с целым вагоном китайцев. Как они, блин, шутят. А вы что, на скоростонке? Ну так больно было даже. Ночью. Они так галдят, ну ровно где-то через час, только сели, знаешь, как по кнопочке. Тыч! Вылезли. Не по 45 минут, а? Да. Я-то думаю, как? Не, ну мне сказали 1,5 часа матча, я подумал. 45. Вечером, Сань! Мать 1,5 часа, да? Да.
Сзади! Ты нормально еще раз, то есть не по фунту, а сам куда-то. Хорошо, хорошо. Бля, а что ты, а что, болела же? Сзади, Сань. Перестала? Смотри, кстати, что ты сын Логинова кончил здесь или не кончил? Еще раз, блядь, что блядь, потом у меня этот бал. Проще, да? Хорошо, хорошо. Тебе в черном что придет себе? Черная тоже не подходит, поэтому да, толка. Не иди больше полупозиции, не иди, не иди на план. Вот такой, желтый, капли. Так они что отказались от розового, нет? Давай, 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 не гол! Так и мне надо не пилять. Где Даня? Все, где форма? Он нам мешал. С карманами же. Я! Я сейчас лубу. Оба! А я в голубой посадил. Это понравилось мне. Что это понравилось мне? Все равно черный сидел. Саня, ну! Не дали желтую? А? Не дали желтую? Дали, дали.
ты ему дал гол? Бля, ну бля! А что ты это прохлаждаешь? Ага. Ну конечно, мы сейчас будем. Подождите, вы просите его все. Хорош, Олег! Где вода? Пойди попить, пожалуйста. Что, есть? Да, сверху видно было, нет? Не видно было? Смотрим. Не игры, Серый. Через 20 минут. Yeah.
палаты сразу. Он купил их специально от места. В смысле, он в душ сходил, естественно. Я тоже что-то снял. Да ты не можешь ходить. Хороший пол. Вообще, считай, не было, потому что тебя на машину посадили, привезли и увезли. Да. А так первый не пища. Нету. И осенью мы с Лариком съездили как-то. Мы осенью погоду погнали же. А в этот раз мы так много погоду. Ну как тоже погода. Ну нормально, слышим, мы тут много чего погулялись. Я сделал еще вояж отдельно на Ваганьевское, 3,5 часа. А если я к тебе не пойду, то я не банан, то все так. Ну, мы забрались на сити, опять же, и все такое. Даже на пляж съездили. Сгорел я на даче. Не, мы сейчас вот эту неделю активно за карьер ходили. Я позавчера что-то взял и пригорел. Вчера было тяжело очень. Thank you.
Кто забил? Забил Ходаковский. Отдавал Али, да? А? Отдавал Али. А сейчас кто забил, кто отдал, я пока запал. Забил. Кто? А кто отдавал? Наоборот, то есть, понятно. Покатали, покатали. Воду вот тебе достал. Ты оба внес? Да. Да, все правильно. Я пока дошел, уже почти высох. Да-да-да. Ну это VIP же, а что, бесплатное, да, что ли? Да. Сюда же нельзя заходить. Рэкет. Наказать, когда приедет. Все в штурм,
что, нам уже сказать хорошо стало, да? Последний раунд без добивания. Вот, блядь, у нас было как фото. Когда малый, когда ему сказали, он так не делал. Там это было не дело. Минута осталась.